Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам мод, с помощью которого мы сможем создать сервер Minecraft Pocket Edition. Но после установки данного мода нам придется залезть в настройки, и в первой вкладке мы видим наши изменения. Здесь, в первой строчке, нам понадобится написать название нашего сервера. Вот. Ну что, просто пишите любые слова. Дальше идет уже порт. Я рекомендую вам сменить стандартный порт, так как стандартным портом будут пользоваться все. Порт должен состоять из 5 цифр. Вот, допустим, вот у меня будет такой. Дальше идет количество игроков. Их может быть сколько угодно, но столько игроков все равно у вас не будет. Дальше, последние две вкладки, это уже бан. Если у вас кто-то читерит или что-то в этом роде, вы просто здесь пишете IP, а здесь пишете ник этого игрока, допустим, вот, вот так, и пишем точку с запятой, и пишем потом еще один ник. И можно так делать до бесконечности, наверное. Вот. Вот такой мод. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.